В США уволенные работники аэропорта Лос-Анджелеса устроили лежачий протест. Разместившись на полу, они потребовали от бывшего работодателя расширенную медицинскую страховку, которую они лишились вместе с заработком. Десятки лежащих на полу людей в аэропорту Лос-Анджелеса – это уволенные в период пандемии сотрудники. Они призывают руководство международного авиаузла продлить им медицинские льготы. Тысячи человек потеряли работу и лишились возможности лечиться в период распространения коронавируса. Профсоюз заявил, что два крупнейших концессионера аэропорта не произвели никаких дополнительных медицинских выплат своим бывшим сотрудникам. Лежачий протест – это отчаянный протест. Десятки работников аэропорта стали безработными. И мы призываем руководство помочь и расширить медицинское покрытие для тысяч людей, которые были уволены из-за COVID-19.